случилось? Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Оп! Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту?
Вперед! Есть! Сын. Да, хорошая идея! Хоп! Как же ты переберешься? Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Нас не видят. Стрелять? Жди команды. Уже можно идти. Стесни!
Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственные. Я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Наверху! Что-то еще? Стреляй медленнее. За скорость платишь меткостью. Эй, кажется, там сундук. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Кто-то ломает стену!
слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. А что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Человек напал на тебя. Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Что это там наверху? Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Атрей, за мной! Уже иду! Еще один. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира.
Идиот. Сын, сюда. Ладно. Этот язык я уже видел. Отлично. Думаешь, безопасней там? Китайцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней,
без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Кончено. Давай уйдем. Да соберись, надо искать выход. Вот. Найди, за что мне зацепиться. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Вставай! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Давай! Чего разлеглась? Давай уже! Ну,
пошла! Чего застряла-то? Заберись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Диггер-бикья-тумбар-бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё бы. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Ну, заходите. Вот те вот их в тишине. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. У меня найдется место? Только не сломай мне там ничего. Видал? Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, избит. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка! Ты в дерьмо наступил!
Эта дорога ведет к горе? Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Я вижу, вы наткнулись на путников. Точнее, один из них наткнулся на вас. Кто они? Что им нужно? Не знаю. Какой ты любопытный. Я даже не заметил. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо.